Всем привет, с вами Илья. И сегодня, после тех знаковых событий, которые произошли в прошедшую субботу, а именно это была покупка вот этого вот драгоценного в каком-то смысле пластика на стелу, я со своим знакомым коллекционером из Новосколского Сильвером заехал на моторынок. В общем-то, я удачно купил себе центральный пластик, он себе удачно купил вот эту пластик только с правой стороны без отломанного уха, подобрал кольца на свою же стелу, но у него стела произведена в Чехии. В общем-то, я спустя 3 года дотронулся к своей стелушке, начал потихонечку осматривать, приводить чувства, вспоминать, что я там напионерил 3 года назад, когда я был молодым и неопытным. И, в общем-то, мы решили, там вот будет сейчас фото прилагаться внизу видео, провести такую себе Stella Challenge. То есть ориентировочно на 28 июня, это будет в Украине праздник, День Конституции, выходной. После него, из-за того, что он получается попадает на воскресенье, будет еще перенос на 29-е, мы планируем провести этот челлендж. Но это пока не предварительно. Сейчас все упирается в двигателя, то есть успеет ли Сильвер сделать свой двигатель, успею ли я перебрать вот этот собранный мной по пионерский двигатель. Тут, в общем-то, из тех проблем, что я помню, кажется, было разбитое достаточное место под подшипник вторичного вала и проблема с фиксацией переключения, то есть тут фиксация отвратительнейшая. Тогда я помню, не смог подобрать пружину и вырезал из того, что было. Ну и, в общем-то, приведение в чувство самой стелы. То есть теперь я знаю, как надо заводить эту проводку. Не как я тогда по воздуху кинул, а через руль. А я даже знаю, почему я здесь так не сделал. Тут руль был варена трубка, скорее всего, на этот руль падали. Но теперь у меня есть запасные рули с отверстием. Так что все это я окультурю, облагорожу. Вот это уже плохо, трещина на шине, я ее не замечал. Ну ладно, думаю, протянет. Переднее колесо спускает, там камера латаная, надо будет глянуть, что с ней как. На крайняк куплю новую и не буду париться. И, в общем-то, мы собираемся бабахнуть на этих двух стелах по маршруту второго дня Днепропетровского мега-челленджа. И потом сравнить, как Бабетта стела себя повела и как стандартная 136-я стела. То есть там будет расход, скорость, максималка, скорость средняя. Ну и занимательный отчет. А в дальнейшем, вот в течение вот этих, сколько сегодня уже, 9 число, 19 дней, будем готовиться и вести такой небольшой микроблог. Так что ждите. Это будет интересный проект. Всем пока.